позиционируется как одно из направлений специализированной кинезиологии. Да? То есть в настоящий момент вся кинезиология делится на прикладную кинезиологию и специализированную кинезиологию. Да? Прикладная кинезиология – это медицинская кинезиология, это использование огромного количества мышц для тестирования с целью диагностики и подбора коррекционных воздействий, которые могут быть самыми разными, от мануальных воздействий до биохимических, там какие-то гомеопатические препараты, натуропатические препараты. Вот. И, естественно, это тот инструментарий, который привнес в кинезиологию ее отец-основатель Джордж Гудхарт, американский врач, остеопат из Детройта, штат Мичиган. Это нейроваскулярные рефлексы, некоторые из которых я вчера демонстрировала, да, нейроваскулярные рефлексы или рефлексы Чапмана. Вот. Это, сейчас напишу для тех, кто вчера не был, Чапмана. Это такие зоны и точки в нашем теле, работа с которыми вызывает движение крови, лимфы, определенных мышц. То есть нейроваскулярные рефлексы или рефлексы Чапмана. Рефлексы. Они, в общем-то, делятся на нейролимфатические. Нейролимфатические и нейрососудистые. То есть вот эти вызывают движение лимфы, а эти движение крови по сосудам. И, как правило, с нейролимфатическими рефлексами мы работаем через массаж, потирание точки массажной, а нейрососудистые через просто удерживание. Просто удерживание точки или зоны. То есть согревание ее. Ну, вот так, такой нюанс. На всякий случай, чтобы вы знали. В большей степени нам это понадобится попозже, на продвинутых ступенях. Ну вот Гудхарт, создавая кинезиологию, он скомпоновал мышечный тест, треугольник здоровья, да? То есть он привнес вдобавок к остеопатическим там мануальным практикам добавился мышечный тест. Треугольник здоровья. Тоже я вчера его рисовала на презентации. Так, биохимия. Структура. Структура тела. Ну, по большому счету, не только вот этого тела. На самом деле, ну, и все прочие тела. И психоэмоциональная составляющая. Психоэмоциональная сфера. Вот. Ну, хочу обратить ваше внимание, что изначально, и как правило, вы можете встретить в литературе или в интернете вот эта сторона треугольника ментал будет называться, ментальность. Да? Ментал или ментальная сторона. Вот. Ну, в общем-то, мысли, чувства, мысли, убеждения – это важно, да? Ментальное тело – это то, что формирует наше ближайшее поле событий через наши убеждения и через наши ожидания. Да? Это очень важный такой момент. Вот. Но на самом деле здесь все. Здесь и чувства, здесь и эмоции, потому что что еще так сдвигает биохимию и энергетику, как эмоции? Очень сильно. Вообще наша основная энергия – это наши эмоции. Попробуйте лишить себя эмоций. Что это будет? Ничего не сможете сделать. Вы почувствуете, что у вас энергии нет. Так, вот
то, что добавил Гудхард к мануальным практикам, это мышечный тест, треугольник здоровья, рефлексы Чапмана. И инструменты традиционной китайской медицины. То есть канально-меридиональная система и работа с ней. Это различные точки акупунктурные, там точки тонизирующие каналы, расслабляющие. Ну, такой как бы в упрощенном варианте инструментарий традиционной китайской медицины. Вот не знаю, что по поводу использования цветочных эссенций, но насколько я знаю, да, тоже и прикладники тоже используют различные цветочные эссенции. Гомеопатические, натуропатические препараты тоже можно тестировать. Использовать, да. Вот. Когда треугольник здоровья в журнале «Прикладная кинезиология», там, всего написано, там, да, эссенция. Вот. Ну, в настоящий момент биохимия тестируется определенным образом, то есть